Вспоминали сегодня Гейдара Алиева, и за пределами Азербайджана посольство страны в США отметило 94-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера. В связи с этой датой в Вашингтоне была проведена акция по посадке цветов, в которой приняли участие гости и сотрудники дипмиссии, а также азербайджанцы, проживающие в США. Посол Азербайджана Элин Сулейманов выступил на мероприятии с речью, в ходе которой поделился своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, а также отметил, что в результате решительной политики, проводимой преемником общенационального лидера, президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан стал еще более сильным государством, уверенно выступающим на международной арене. В ходе мероприятия особо было отмечено, что здание диппредставительства Азербайджана в Вашингтоне стало первой недвижимостью, приобретенной независимой Азербайджанской республикой по решению Гейдара Алиева для осуществления дипломатической деятельности за рубежом.